Станица Ивановская. Самая обыкновенная, рядовая, каких на Кубани немало. Ее жители – члены колхоза имени Ленина, хозяйства большого и богатого. 10 миллионов рублей дохода в год приносят колхозу его поля и фермы. Такие деньги позволяют расширять сельскохозяйственное производство и много делать для улучшения жизни людей. Вот тому пример. За два минувших года на культурно-бытовое и социальное развитие станицы колхоз израсходовал 2 миллиона 118 тысяч рублей. В разумном использовании этих средств большую активность проявили депутаты сельского и районного советов. Все, что вы видите на этих кадрах, построено по наказам избирателей всего за 2 года. Я избрана депутатом районного совета 2 года назад. Мне и моим товарищам, депутатам райсовета от нашей станицы, были даны большие наказы. В числе их по благоустройству нашей станицы в основном вопросы были. И надо сказать, что много пришлось поработать и мне, и моим товарищам. Мы старались все нужды и запросы жителей выполнить. Конечно, все то, что вы видели в нашей станице, это не далось очень легко и сразу сделалось. Очень много пришлось потрудиться, много приходилось и просить, и убеждать, и доказывать. И, конечно, шли на помощь нам, откликались на наши просьбы. И мне, как депутату, очень приятно, что я смогла своей работой что-то внести хорошее в жизнь, в быт наших жителей, односельчан моих. Жители Ивановской оказали Валентине Устиновне Капицыной большое доверие. Они вновь выдвинули ее кандидатом в депутаты районного совета.